про превьюшку. Нет, Ну, я на Ютубе. Она разве не была такая в прошлый раз? А он же с АК-47 в тебе стрелял в прошлый раз. А. А что-то изменилось? А в этот раз он. Кабачок! Он с кабачка в тебя стреляет. Ну, кабачок тоже неплохо. Так я запустилась. Главное, чтобы кабачок стоял. Всем привет, всем здрасте. Кто когда посмотрит запись этого стрима? Пока что ноль зрителей. Вот так вот ноль зрителей. Но мы приветствуем вас. Интересно, кажется, сегодня в усиках. Нет, я сегодня без усиков. Все-таки побрилась. Да. Побрилась и помылась. Со мной... Потому что сейчас день дневной, солнце светит. Да-да-да. Со мной Артём и Влад, мы наконец-то снова играем в дивизию. Ура! Ура! Мальчики, поздоровайтесь. Всем привет. Охайо. 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 Ну все, погнали. Куда погнали? Ну мы хотели... Ой, у меня такие лаги страшные, безобразные. Послули. Мы хотели в миссию идти. А, да, мы хотели в Капитолий. Я хотел на Катю посмотреть. А где Капитолий? А, нет. Капитолийский холм, нам туда, да? У тебя будет две цели. Там, взять замок истинных сынов, как выразился президент Элис. Да. Но еще важнее вторая, вернуть его дипломат, который где-то в здании. На нем уникальная метка. Исаак распознает ее, когда ты будешь поблизости. Ой-ой-ой. Элис говорит, что в дипломате ключ, который излечивает все вирусные инфекции. Да что-то тыкают пальцы, если не это знаю, действительно что. Так, то никакой Шалу зеленой отравы больше не повторится. Это очень важно. Надо тут... так. Опа. Пуем лёг. Вот так. Так, вот так. Головушка Вава. Много кнопочек, это писец. Привет, привет. Здрасте. Как дела? Мне сегодня так холодно на улице и так пасмурно, я такой-то капец. Чё, Катя сонная теперь, да? Почему нет? А, Катя, нет? Что тебе снилось сегодня? Мне так, что снилось? Так, куда мы? Вы уже телепортировались? Да. Да. Я не помню, вам, что мне снилось. А где вы? Мне... А вот, это вы? Мне не так давно снилось, что я, короче, завожу машину, а она такая, типа, я не буду заводиться. И ты? И я проснулась в холодном поту просто. А, новая твоя машинка? Да, 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 да. Пиздец. Я чуть с ума не сошла. Телефон теряется. Но это было на неделе, мне этот сон снился. У второй машинки не заводятся. Так. Мне надо еще вспомнить. Снова кнопки. В игре. Как играть? Как играть? Союзная контрольная точка. Вот и я вспоминаю. Левая кнопка мыши стрелять. Правая кнопка. Ой, люди. Ой, какой ты громкий. Ладно, на то тихомир. Захват Капитолия сильно ударит. А, точно, я ж не танк. Но еще важнее, вернуть дипломат президента Элиса с борта номер один. Келса будет ждать на вертолете, чтобы сразу же вывести его к нам. А, если Элис не соврал, от этого дипломата зависит очень многое. Ополченцы помогут тебе добраться до периметра, но внутрь ты пойдешь без поддержки. Ёбушки. Итак, воробушки. Ты играешь, что удивляюсь? Агенту нужна помощь. Какому? Которому? Тут много агентов. Это не... Это запрос на мультиплеер. У меня револьвер. Так, мне надо вспомнить кнопки. Ёб вашу мать. Так, нашу мать не надо трогать. На тебя! Б-А-А. О, во, я его увидел. Все, погнали, ребят. О, люди. Ух! Дым! У них Дым! Салютики? Тыщ! Да, салютики. О, салютики, баба. Дымовая завеса прикроет тебя, но поторопись! Поторопись! Несусь под миномет и эту чертову пушку! Как раз скоро будем отмечать праздник. Автопушка, кажется, бьет вслепую. Ага. Ой. А в меня не попадет? Не наметы. Ой. Снова рубай. Перекат. 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 Катя, турельки нам ставь просто. Айси на голову упадет. Получишь урон. А я под щитом тоже получу урон. Да. Нечестно. О, фиолетовый.
Ну-ка, выше. Вам выдвинулось подкрепление противника. И? Аккуратно. Ой. Ладно, я умер. Не-не-не, ты живешь. Я тебя хилю. Хилимся, живем. Кто еще? Сейчас. Где еще? Вон еще. Ты с пулемета струячек. Это в нас или как? Это и в нас, и я струячу тут с пулемета. А, это ты. Надо сделать. Ну, полностью головушку. Ну так МГ-42, что ты хотел? Подожди, надо... МГ-42? А у меня только дробовик есть. А, М-60 у меня. Не МГ-42. Ёбаный рот! Попёр актив! Как стрелять? Левая кнопка, правая кнопка. Как там? Левая КМ, правая КМ, да? Правая КМ, да-да-да. ПКМ, ЛКМ, СКМ. Это взрывается? Он взрывается. Блядь, где там пулемет? Ой. Не хочет сюда. Убили его? А у тебя фоминг что, Катя? У меня... Надо стрелять. Подожди. А, светлячок понял. Да-да-да. Нос. Та-та-та-та-та! Ну высунь головку. Личи-то. Покажи личика. Доктор. Там желтенький. Блять. Он ревайвает своих. Слева прессует. Так, там сейчас... Я веду! Как Зельда? Зена. Какого хера, говорит? Давай, турелька. А это бесконечные? Нет. Я хочу то, что да. О! Нет, просто доктор есть, который их ревайвает. И который уже Кате в спину зашел. Да! Катя, как ты посмела? Да потому что он... Каким-то докторам сзади подходить. Я не виновата. Не виновата я. Не виновата я. Блядь. Он козлина. Он урод вообще. Я его подавляю. Ладно, помоги. А? Он фиолетовый что-то упал. Да. Стой на месте. Я стою на месте, мне пока не броню подправить. Промахнулся? А? Нет, попал. Ну ты взял? Оно тебя захилило, так что да, я это уже понял. Ну в стену такая зеленая жира попала. Да, это просто по области. Главное, что ты оказался в начальной области. Блять, сука, он убежал от меня. Доктор минус. Отлично. Еще кто-то минус. Там золото из доктора выпало. Так он сам легендарный был. Ну-ка, ловко. Это слева. Вроде чисто. Что ж, выдвигайся. Я еще не вспомнила кнопки, блять, все. Да. Это какой-то ад. Сейчас играем. Вообще. Эй, не толкайся. Ра-та-та-та-та, да. Привет. К вам идут еще противники. К нам идут еще противники. Не надо, я еще не золотал этих. Ах ты, ёб твою! Ах ты, ёб твою. Дивизию. У меня есть дробовичок. У тебя есть дробовичок? Дробовичок, старичок, да. Влад, слева! Friendly fire. Бич. Я их просто огнем подавляю. На! Ого, о, там гранаты какие-то. А где наша Катя? Я хуячу. А, ну хуячу, это хорошо. Я умылась, я вообще-то умываюсь всегда. Иногда? Нет, всегда умываюсь. Да. Так что, не надо мне тут вот это вот все. Ну, мы не видели, мы не верим.
А, горит, то, чего сгорел. Мы не видели, этого не существует. Неправда. Меня не существует. Нихуя у меня ракета прилетела. Ага. Сюрприз, мазафака. Бич. Фак, сам ты фак. Фак ю фак. Фак. Мой фак длиннее твоего фак. Ах. Он где-то там. Эй, ребята, вы там? А вы что там делаете? Наверное. Лезьте наверх. Это были последние. Теперь вам ничто не мешает добраться до входа. Чисто. Пора зайти в гости. Ты еще не проснулся, что ли? Я пулеметчик, мне можно сидеть где-то вдали и просто подождать. Я вдали сидел, я не видел даже твоих струй. Надо выпить. А я вообще-то не отжимал левую кнопку мыши. Ни разу не видел, чтоб что-то плюнул куда-то. Тут даже ни одной дырочки нет от твоего пулемета. А должны быть? Смотри. Должны быть от его пулемета. Че я нажал? А теперь посмотри на вот эту турель. О, это наш друг теперь. Катя, ну, забирай домой, почти. Домой забирай. Катя, домой. А никак по-другому нельзя было это взломать, ну ладно. Нет, никак. Она была заколочена полностью. Долго бы выламывали. Перехвачена радиопередача. Перехвачена радиопередача. Только что взорвались мины в ротонде. Они внутри. О, надо забрать. Забирать. Катя, забрала телефон? Сейчас. Забрала. Поскольку среди вас а у меня здесь еще оружие. Я думал. Здесь... О, зомби. И соблюдать их нужно. Ты сам-то выспался вчера, сеньор Помидор? Подразделение превыше всего. Зомби, да. Кто не уважает истинных сынов, тот наш враг. Трусам здесь не место. Это та самая метка. Вот где-то рядом. Ты выжила, Герса? Система активна. Система неисправна. Конфетти. Система работает. Заберешь дипломат, направляйся на крышу ротонды и жди там вертолет. Понял. Нужно убрать их, чтобы вертолет смог подлететь. Ой, там этот, который струящий. Устал спать. Это интересно. Ой, агент ранен. Нормально, я встаю. На! У него же респаун есть. Дополнительная жизнь. О, там турелинка. На нахуй щитом позвал. По сторонам смотри. На. Ой, поливает говном. Только не на лицо. Ага, только не камшот, да? Только не на лицо. Здесь вот чисто. Я только... Катя помылась. Взорвись. Ах ты козлина. В рюкзак ему. Турелинка. Она не работает все равно. Но... Ты проц уронил? Ты как так умудрился? Ты чё? У него теперь погнутая ножка. А, ну это не страшно. И раз её выправить. Ну смотря какая там. А, ты рукожоп, теперь можно над тобой насмехаться. А Олежа рукожоп. Не переживай. Поверь, бывает и по рукожопнее моменты. Не, если он ее сломал, то все нормально. А есть тут не рукожопы? Поднимите руку. Не знаю, по-моему, все рукожопы. Ну вот. Я не рукожоп. Ой, да ладно. Откуда конечно. Ты руку туда стал свою поднять? Так, сокровища. Угу. О, мертвые человеки, сифозные. Тутуру, 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 тутуру. Вон они. На ней? С
стелс. Стелс. Идите за... Светлячок. Смотрите, папа. О, спасибо. Пора-пора-па. Не лезет. Я полный. Тыщ. Чё в тебя там не лезет? Ну вот то, что из него выпало, мне нужно срочно инвентарь проверить. Уа! Ты мог это сделать? Сколько раз уже? Ну... Видишь... Не фартануло. Я пойду в обход! Иди! На! Иди, на! Сейчас будет бой! Разобрать. А, Артём там сидит, прям сейчас решил, да? Ты уже все выровнял, ну молодец. Ты, значит, амнистирован, все. Звание рукожопа у тебя аннулировано. А что, он починил уже? Да, он все уже выправил. О, где? Божечки. Открыть огонь! Пулемет на пулемет, погнали. Ну, ленточное питание. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Патроны кончились. На, сдохни! А, понятно. Катя, если я их подавляю, можешь туда гранаты закидывать. Ага. Закидывай. Типа им или подставляться под гранату, или вылазить под пулемет. А иногда и то, и другое. Что-то шея болит. Что такое? Старость приходит? Старость. Что надо сделать? Божечки. День рождения отметил, и все. И все. Катя, день рождения. Не скоро еще. Скоро, скоро. Ты нет. Даже глазом не успеешь моргнуть, как скоро. Я тебя подтараю. Ебать, ковырять, ебаный рот. Я, блядь, только отвернулся, вы тут хуйню занимаете. Ой, блядь. Ой. Агент без сознания. Кать, подпусти сюда. Нужна помощь. Я ползу. Ты вчера в чате писала, я не ответила. Это ты про чё? Про когда типа кинуть в тебя... Ой, где стоит? Катя тапочкой. Блять. Это пенки. Ща, ёб твою мать. Минус Катька. Признаков жизни у агента нет. Признаков жизни нет. Ну как... Обачан, ну как ты так могла? Не знаю. Надо отступать. Кать, ты вернешься к нам? Да. Это хорошо. Сейчас, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Разрождаюсь. Как-то ты медленно считаешь, надо вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Почему все горит? Я вернулась к вам. Макай, пожалуйста. Что сделать? Что тебе надо? Не качать. Я Артема не мог похилить. А? Почему все горит? Че, Артем, ты хилишься? Спасибо, Влад. Я целую тебя и твои мысли. Понял. На-на-на-на. О-о. Шикуня, привет. Доктор. Как у тебя дела, крошка? Давай доктора заселуем. Так вот. Кажется, мы победили. Как
Катя, я видел, тебе еще писали. Да, причем нормального такого. Это было забавно. За этих фонарей ничего не видно. А их можно разбить же, да? Да, их можно разбить. Ты забыла, в какую игру ты играешь, здесь все можно разбить. У тебя все хорошо. А, ты, кажется, кончился. Это хорошо. Влад кончился, это хорошо. Нет, у Шикуни дела хорошо, это хорошо. Это хорошо. Ты поднимешь Владика? Или он сам встанет? Нет, я поднимаю. Я вставал уже. Кто здесь? Я хочу, точнее как, я пряник поднимал, поэтому я сам уже не встану. У меня, да, все нормально. Нормально! Не беспокойтесь. Тут ничего нет. Надо выпить. Каждый раз такой сложный выбор. Поднять вас издалека или все-таки оставить и саму потом встать? Да сам, конечно, зачем на нас тратить? Ну да, мы вообще бесполезные. Вот именно. Мы, что-то, мы тут так для вида бегаем с собой. Да. Как бутафория. Как зачистишь крышу? Оружие! Катя вообще девочка, ее работа ходить зад-назад красиво и все. Ой, ну да, ну да. Даже не знаю, комплимент это или нет. Вот даже да, непонятно, харкнули в меня или нет. То ли цветами закидали. Хуй его знает. Так, так, так. На! С ноги просто. Какой-то грубый с этой дверью. На тебе! Дави ее, дави! Дави ее! Она убегает. Гаси сучку! Она убежала! Они бомбиты. Ну давай, чапай, приятного тебе аппетита. Что там? Я почапал сейчас кого-нибудь. Ой, а я такой вкусный рагу приготовила, это вообще просто. Я тебе вареников куплю. Тогда. В ножку ему надо, в ножку. Тыщ, 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 на. И женщина. О, нихуя, из нее что-то оранжевое выпало. Красное что-то выпало. Ну, что-то такое, да, малиновое. Малиновая лада. Или как там? Да. Малиновый закат. Хотела на Феррари, а везут тебя на МКАД. Ну ты Катя, песня Катя. Чтобы мы знали, что дипломат. Так, это что там? Что там? Ты что-то открыла, и я забрал. Да. Ой, надо стрельнуть. Сейчас как стрельну? Или не надо стрелять? Давай не надо. Сначала заберу то, что там есть. Что это такое? Оно у меня лезет? Оно у меня влезло. Что тут такое? Не надо, не хочу. Кай, быстрее забирай, вертолет уже рядом. Где? Я забрала. Рагу из баклажан. Нет, у меня еще баклажанов нет в этом году. У меня пока только кабачки есть. Старики, кажется. Нужно убрать это ПВО. Нужно убрать это ПВО. Восточной части здания. Вижу две радарные установки на востоке. Система наведения зениток. Выведи их из строя, чтобы вертушка смогла подойти. А мы не могли как Бэтмен на Бэткрючке запрыгнуть? О, там желтенькая. Да, да, мне кажется, до следующего выстрела этой ПВО не так много осталось. Так что мы могли бы не успеть просто банально. О, телевизор. Большой телевизор. Телевизор? Что такое? Ну вон. Ломается. О, ты матрицу сломал. Угу, нехорош. Обнаружено мобильное электронное устройство. Обнаружено устройство. Он каждый раз одно и то же говорит. Разнеси к чертовой матери, и все. Угу. О, щитдаун. Старый мир сгинул. Щитдаун. Скатертью дорога. Скатертью дорога. Это был мир манипуляторов, эксплуататоров, мошенников, лжецов и паразитов. Наши враги отвергают наши идеалы. Это, кстати, дорога приятная. Но они не могут упрекнуть нас в бесчестии. Мы жестоки, беспощадны, но морально чисты.
Этот мир — новый мир. Он для тех, кто готов трудиться, бороться, стоять на своем, невзирая на цену. Пусть даже нас будут ненавидеть. Хотел врагов? Хотел. Получай! Я ж пошутил. Это трап. Пара-па-па-па! Да, но... Куда побежал? Это пищит. Пищит? Щит пищит. Что ты сделал? Это нормально, что он пищит? Выполняю уклонение. Да. Выпить сайта. Моя турель там кого-то шлепает. Работает, работает. Пук. Кань, гранату им туда видишь, куда я подавляю? Подожди, у меня тут с другой стороны. Тогда Артём получил гранату. Несём её в клочья! Блядь. Ну кусок дерьма идёт. На-ка, тебе улей. Ага. Чёрт, да он лечится. Подожди. 30 тысяч урона. Обалдеть. А мы же можем выходить за этот кругляшок? Нежелательно. Нам надо оставаться в зоне действия радара. Ну, скорость уменьшится. Ну, если я один выйду, к примеру. Зачем тебе выходить? Сиди здесь, отстреливай. Я хочу побегать. 4, 5. А, вон так, допустим. О, разорвало! Блять, я же тут целовым у него выпустил, ни разу не попал. Класс, неплохо. Это потому я и перестал играть Quantum Break на геймпаде. Не знаю, это же чисто консольный шутерок. Не знаю, мне все шутеры для меня только клава мышь. Ну а если там от первого лица, то... Doom Eternal на геймпаде играется просто как там. Одна установка выведена из строя. Нет, на геймпаде. Я вон Doom 3 прошел и Doom 1 на геймпаде. Все нормально было. Ой, все, мы выполнили задание. О, кусики. 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 Ты куда ты поставила? Передай привет Сталину. Ой, а там фиолетовая. Потом заберем. Сейчас пойти забрать. Сэр, ты... Уже не можешь, Артём. Сейчас я вас упаковываюсь, подождите. Артём, спешу, уже нельзя. Сарделька с лапами нормально. Ты поспешил, Артём. Она меня сегодня измучила, эта сарделька. Она меня разбудила утром. И такая говорит, мам, пойдем гулять. И такая, я как бы гуляю, но дела делать никакие не буду. И мы с ней гуляли, я уже замерзла. Я прям замерзла. Она все не делает, свои дела и не делает. Засранка маленькая. Сейчас дрыхнет. Это кто дрыхнет? Правильно. Да козюля вообще. Еще одна. Ой, господи, кинула вообще куда-то. Зачем она туда кинула? А если крючок стрельнуть, он упадет? Нет, он падает. Абу. Там долго сидеть будешь? Кто, я? Нет, я врагу. Нашему врагу. О, патроны. Это мне надо.
Извините. Я же извинился. Перед кем? Перед врагом. А он меня продолжает стрелять. Серьезно? Второму радару конец. Вывожу цель из строя. Хуяся. Не, мне с ППшечки интереснее. Маловато их будет. А? А что у тебя кроме ППшки? Пыщ-пыщ делает. Ой, горю. Блять, горячо. Блять, горячо. Кроме ППшки у меня этот. Я не помню, как оно называется. Вид оружия, скажи. Пыщ-пыщ. Что-то я вас перестал слышать, пыщ-пыщ. Надо чуть погромче. Пыщ. Вид оружия, пыщ-пыщ. Нормально, есть пух-пух, есть бахла. Вот сейчас у меня ра-та-та-та-та. Наверное, это калаш. А тогда у меня что? А у тебя бух-бух-бух-бух-бух. Бух-бух-бух. Я даже не знаю, что это может быть. Запор какой-то. Да что ты там? Вырези. Гранату ему туда. Ой, блять, я сейчас спущусь, сука. Я сейчас спущусь нахуй. На какую гранату кидать? На Г. На Г. Да все. Не все уже. Я его унизил. А там можно собрать? Можно, да. Я уже все собрал. Вы пока отстреливались, я собирал. Прицепи дипломат к нему. Кого-то там атаковать надо или что? А, эвакуировать. Надо отбегать. Они забирают дипломат, а нас нет. А зачем мы? Мы что, важны что-то? Важны, разве? Цепляй. Давай. Кого? О, блядь, целый вертолет для кейса. Дипломат у нас. А места нам нету, да, там. По ним стреляют, они уходят, поэтому... Поэтому нас они не заберут. Потому что... Мы тоже как бы стреляем. Пыщ-пыщ-пыщ-пыщ-пыщ-пыщ-пыщ. Та-та-та-та-та-та-та. Вон. Ой, с базукой. И он толстенький. Полетела граната! Хотя мне нужна твоя помощь. А как? Убей всех. Подожди, а как? Я не по... Я тупая. Ты нажимаешь Г один раз, и потом левую кнопку мыши. Если ты достаешь гранату, и левая кнопка... Так я вроде нажимала. Нажимаешь Г и просто левую... Ребята, стрелять. Помогите, меня убивают. Сейчас. Пока вы там гранаты пытаетесь использовать. Да он хуй, отпусти. Блядь, я тупая. Нет. Все, потом. У меня паника. Нахуй клавиатуру. Ща получим. Блять, что за хуйня? Сдохни нахер. Леник в панике. Да пипец. С этими гранатами. Чё ты тут стоишь, на? Зачем нужны эти гранаты, когда можно подбежать и... Хуй. На? Ай. По мне пока прилетело. Надо спасать. Ты, да он нормальный. Я тебе сейчас кину, блять. У него только лицо немножко покосилось. Паника, паника, паника. Если что, я убил генерала. Ау. Вот этого жирного. А. Ты еще 1000 мобов его приспешников. Дипломат захвачен. Истинные сыны лишились крепости. Патронов у меня чуть-чуть поменьше. Генерал Риджвей нейтрализован. Из всех фигурок на карте, которые я хочу убрать, он был на первом месте. Что? Из-за него погибли хорошие парни из моего отряда. А некоторые пошли за ним. Когда все там зачистишь, дай сигнал у главного входа. И возвращайся домой. Дай сигнал и развращайся. Развращайся? А потом домой.
потом ужин и спать. Да. А завтра на работу. Звучало так это. Грустно звучало. Фу. Да, не хочу на работу. Так. Слева чисто, справа чисто, заходим. Давай дивизию. Ну, блин. Сейчас пасмурно, чё мне эти очки? Купила вовремя, надо было в мае покупать их. Кстати, мир стал чуть сложнее, типа глобальный этап 1. Это что значит? Ну это значит... конвой. Глобальный этап 1. Что это за виск-писк был? У меня типа лава-лапа было. А, ну у тебя не, уже не может быть лава-лапа. У меня лава-лапа отнулся, я да. Ты просто получила да, контейнер. Да, контейнер, да, да. Нам надо в белый это дом. Это контейнер. Нам надо в белый дом? Белый дом, да. Белый дом! Телепортируйся за ним и все. Опять белые дома. Да. Вчера белые дома, сегодня да. Белые дома. Безобразие. Так, ну, чтоб слез не видно было. Ну подожди, вот тут видно будет, когда вот тут будут течь. Блок из метр. Может телепортируемся? Да. О, ачивка. О, ачивка. Ой, а что-то... Видосик. 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 Давай киношку посмотрим. Давай, давай. Заценим. Бомжи какие-то стоят, блядь. Вон солдатики. А это мы, да? Да. Угу. Бля, блядь, нам жрать нечего. Мы в помойке живем, солдатики пускаем при этом. Но мы их наворовали где-то. Здесь. А, это у нас также вот сейчас будет 25 числа. Это мы из пиратиков натырили. Это, блядь, слова 25 числа, лол. А чё, у вас день города? Да. Там какие-то уебаны из Москвы приезжают концерт устраивать. А у нас рок-фестиваль идет сейчас. А ты чё тут сидишь, делаешь с нами, играешь? А ну пиздуй на рок-фестиваль. Там холодно. Причем этот рок-фестиваль у меня рядом с домом. Нет. Ну так в чем проблема? Я, кстати, слышу бум-бум-бум, когда там бум-бум происходит. Бум-бум-бум. Сегодня бум-бум-бум. С тобой бум-бум. Сегодня, по-моему, последний день. Да, по-моему, пятница, суббота, воскресенье. Че-то ролик такой пафосный. Вы ничего не замечаете? Ну пиздец, что врагов сильнее больше стало. Агент, тут тебя дожидается специализированное снаряжение. Специализированное снаряжение? Black Task. Missing. Ну, короче, тут... А кто эти ребята? Это наемники, которые захватили всех остальных. Они типа элита. Элитные наемники. И они украли президента. В смысле, опять президента спиздили? Да. Да. Да вы сгораете, блядь, и бусов. Ой, тут что-то вся карта красная стала. Они полностью все захватили, что могли. Ой, капец. Блядь, это мне так Человека-паука напоминает. Уничтожь одну террористическую банду, чтобы уничтожить следующую террористическую банду и так до бесконечности. Так, смотрите, подойдите ко мне. Видите, где я стою? Агент, из Нью-Йорка поступил сигнал бедствия. А где он стоит? Совершено нападение на спецотряд, и они запрашивают срочную помощь. Я жду тебя на южной лужайке Белого дома. Вертолет уже заправлен. Вылетаем немедленно. Открыть меню. Ага. Специализация. Как выбрать себе специализацию? Чё выбрать, Влад? Чё выбрать? Давай, Влад, чё выбрать? Блять, я чё-то нажал. Я даже не успел прочитать. Чё нажал-то? Я не прочитал, чё ты нажал? А у меня вот... А чё, назад нельзя вернуться? А чё ты нажал? Я хуй знаю, чё ты нажал. Я просто... Мне сказали, а, нажми, я нажал.
Тут какие-то подрывники, механики. Огнеметчик, пулеметчик, механик. Хотя огнеметчик. Выбирает себе класс, которым хочет быть. Класс можно сменить. Наверное. Можно сменить? Это хорошо. Тогда ладно. Тогда я механик. У каждого класса есть особая пушка. Вот, например, механик, он может достать вот эту вот ракетницу, она с самонаводкой. То есть ты удерживаешь прицел, выбираешь противников, и в них летят ракеты столько, сколько ты там... Мне нравится. Огнеметчик, что? Закрыть обучение нахуй. Огнеметчик, пулеметчик, надо сначала их разблокировать путем выполнения заданий. Подрывник — это гранатомет, многозаряд. Чё-то сложно как-то. Снайпер — это... ультрабахающая винтовка. Это ты, очень, да? Очень-очень больно бьет. Нет, я эксперт по выживанию. Я ничего не понятно. Блять, какая-то паутина в паутине. Уничтожение дронов. Кау. Кто-то скажет, что это перебор. Я считаю, что это соответствует обстоятельствам. Мы еще не стреляем. Доступны очки 3. Куда их кинуть? Кого куда их кинуть? А, у тебя доступен пулеметчик, Катя? А? Катя пулеметчик бросила. Да. Эй, отдавай. Мне его закрывать надо. Я его так и не открыл, мне лень было. А что тебе надо? Чё надо-то вообще? Привет! Вот. Так, ну ладно, я буду экспертом по выживанию. По поводу моего рок-фестиваля. У меня там ничего такого вот супер-пуперского не приехало, чтобы прям вот я туда попёрлась и мокла там. Там Металлика всего лишь, да? Нет, там заявлено типа ария, но я не думаю, что ария вот в том составе, в котором бы я хотела поприсутствовать. А ты губу раскатала. Ну, ага, вот именно. А все остальное, это шмурдяк. Нахер мне этот шмурдяк? Бубнит как старенькая. А чё, блядь, я не старенькая? То ей не нравится, это ей не нравится. Я не знаю, что-нибудь возьму, короче, по счёту насрать. Я не совсем все понимаю, блядь. Я ни хрена не понимаю. Зато правда. Зато честно. И это уже мнение. Влад, ты уже все прокачал, да? Да. Какой шустрый. Вообще. Шустрила. А как мне этот пулемет выбирать? На четверочку. На четверочку? Только ты здесь его не выберешь. Я понимаю. Иди сюда, иди за мной. Сейчас, я контейнер открываю. А, у тебя закрыт, тогда не иди за мной. Не. Не иду. У тебя тира нет, я думал дать тебе, Ой. Опять какие-то мультики пошли. Какой-то, блядь, гранатомет мне дали, БФГ. Я забыла. А, вот так. А, вот это. Короче, смотри, ты удерживаешь кнопку прицеливания на противника. И чем дольше ты ее удерживаешь, тем больше ракет полетит в противника одного. А чё взяла? Я? Пулемёт она взяла. Чё это у нее за спиной? У неё пулемёт. Пыщ. А у меня чё за пулемёт? А у тебя чё за пулемёт? У меня не пулемет. Арбалет? А у меня? У тебя ракетница. Вот эта. Обалдеть. Вот. Большой ствол. Я хотел пулемет взять, но мне надо выполнять... Мне надо его. Значит, Катя у нас пулеметчик, да? Понятно. Да. Класс, повезло. Думаешь? Я хотел быть пулеметчиком. Видишь, ты отобрала у Влада облом. Отобрала. Лучшее неми гранаты вызывает эффект заморозки у всех электро. Кого? Все, нет очков больше. Потрачено. Да пойдемте играть.
А мы играем? Вроде. Что-то я ничего не понимаю, что происходит. Я хотел стрелять. Да, пыщ-пыщ надо, пыщ-пыщ. Я хочу пыщ-пыщ. Надо. Там не надо вот это ничего делать. Никакие там пулеметы, хуеты, блядь, беги, стреляй. Взял оружие и пыщ-пыщ. Да, все верно. Мне, кстати, каких-то масок понасыпали. Нихуя. Идем, пыщ-пыщ делать. Освобождать идем. Видел мою новую маску, заценил, да. Смотри, какая новая маска. Катя, у тебя какая новая маска? У меня нету новой маски. Сварщик я теперь. Молодец. У тебя такие же очки в жизни, да, новые? Нет, у меня старые такие. Не умирай. Не буду. Где Катя Влад? А он, по всей видимости, сделал... Телепортировался? Через... Да. Где так, он? А как использовать ракетницу эту самую? Пока не где знаю. Он? Это Влад? Влад, это ты? Да. Это пряник. Я на нем перемещаюсь. Я перемещаюсь на Катю. Перемещайся. Влад, я не нашел, вы одинаковые. А пупу. Буба-баба. Буба-буба. О, нихуя не дед. Ой, осуждаю. Ты пыщ. Вот ты пыщ. Вот это я. Вот ты пыщ. Понятно, да, понятно, понятно. Удерживать Y. Войти на территорию. Кого? Что, у меня нету патронов для базуки. Запасы у нас есть. Ну да, они выпадают на убить противника. А, да. У тебя в интерфейсе появится новая шкала, ты переубийся определенно количество. Ты идешь? Я бегу. Поздно. Мы сейчас телепортируемся к нему. Да? Да. Нет? Мы бежим с людьми, а видишь, вон люди бегут. Рядом союзная контрольная точка. Пытыщ! Выбить оттуда штурмовую группу черных. Смотри, там уже... Задача. Но есть еще несколько приоритетных целей. Кодовые какого фига я с пистолетиком? На! Действительно, какого фига? На! Это вот это новые наемники, супернаемники? Фу, девочки. Что-то они какие-то слабые. Вообще ничего. Я хотел роботов. Я хотел роботов, да, я люблю роботов. На чьей стороне? На чьей стороне? Ты тысяча, ты 800 вот такие. Мы не знаем, как они там расположились. Нет, как, роботы от Boston Dynamics. В брейкпоните. Нет, роботы от Boston Dynamics. Понял. Найдено мобильное устройство. Понял. Где оно? God damn it. Вперёд! Ладно, не уйси, это ставь на... Пыщ. Будьте быстрее. Я тут застрял! Ты весь опыт забираешь себе. Да. Так будьте быстрее. Научись делиться. Зачем? На! Это вот это дроны? Дроны какие-то. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Дроны уже были так. Дронами и так и предыдущие раскидывались. Дроны. Просто я их снимал раньше, чем вы это понять успевали. Мы никак тупые! Не видели, да. Вы медленные. Кошмар. Я вообще, вот если честно, мне иногда надо подумать. Согласен. Беги, стреляй, чё тебе непонятно? Надо думать. Вот я турелишь не так поставила. Вот, не подумала и как-то поставила кривость на. Да. Артём не подумал и вообще не пришел, да? Да, я как? Я цинпорки в инвентаре разбираю. Ну там самое время, знаешь? Но у меня нет времени больше. Я могу тут посидеть, ладно, разбираю. Граната. Чёрт, граната! Да, fucking гранат. А ты чё хотел? Да сдохни ты, мразь! Главное, что мне сзади никто не зашел. Ох, Влад прилетел. Они сами ко мне бегут. Конечно. Не наш, нет дронов. Где?
Минус. Минус. Пыщ, пыщ, пыщ. Пок, пок, пок. Пок, чпок, чпок. Объект шайбы нейтрализован. Объект шайбы нейтрализован. Утворк. Утопал. Давай, бай-бай. Топи-топай. Будь умничка, не балуйся. Это я тебя за жопу сделаю, кусь. Возвращайтесь. Мы засекли шифрованные радиопереговоры. Развращайтесь. Видимо, тебя уже ждут. Кушайте, извращенцы. Наша пожалуй. Проблема с Артемом в том, что мы хотим лутаться. Опа. Опа. Меня уже Меня уже ничего не лезет. Зачем вам лутаться, объясни? Как зачем? А там топовая шмотка выпадет. Не выпадет. Вчерашняя моська не выпадет. На том уровне сложности, на котором мы играем, не выпадет. Так повышай. А ты выбрал спать. На первом прохождении. Спать? Я бы сейчас тоже поспал, кстати. Да хватит спать, уже же спали. Кто? Ты что, не спал? Вчера, сегодня нет. А чё ты делал? ДБД до 4. Да, до 4 DBD играл. Серьезно? А потом разгадывал тайны пирамид в Египте. Я понял, что их построили марсиане. Серьезно? Нет, конечно. Ну, я не спал, да, это правда. А чё ты делал? А я сериал начал много смотреть. Какой? From. Может, кто знает, Влад? Чё? Сериал From называется. Нет, ни о чем никому не говорит. Понятно. Ну там это про ебак, хоррор и все такое. Короче, жутко страшно. Жутко страшно? Да, да, да. Пыщ-пыщ-пыщ-пыщ-пыщ-пыщ-пыщ. Там маленьких девочек раздирают на части. О боже мой. Я такое осуждаю. Но смотреть можно. Какой кошмар. Это очень ужасно. Посмотри, ну смотреть можно. Четыре буквы. ФРОМ. Нетушки. Я загуглил. Да. Нет, ну вроде как... Ну там людей всякие ебаки по ночам. Все щели. Прикольно. Плюс там есть... есть что-то, он напоминает, что как? Есть какие-то сходства с какими-то с известными сериалами или нет? Я не так много вообще сериалов смотрю, поэтому... Сверхъестественное, это как же странные дела... Сверхъестественное, и странные дела тоже. Ну так, странные дела первый сезон посмотрел, где Дима Горгана, и все. В каждом сезоне. Разве? Ну просто где-то их больше. Демогорган. А, где-то их больше. А, нет, в третьем Демогорган. Там какой-то лысый дядька в третьем сезоне вообще пошел. В третьем нет. Или в четвертом. В четвертом. Я не даже не помню, как. А смотрите, как мой арбалет умеет. Где, где? Покажи. А это кто? Че он? Найдется сейчас? Электронное устройство. И че? И он умер. Гренку, да, ему покажу. Дай свою гренку. А мне не дал гренку. Это больше похоже, не знаю, от заката до рассвета, что-то такое. Сериал. Давай, гренка. Там типа вампиры, типа не вампиры, непонятно. А я буду сырники делать. Сырники хорошо. А я варенки. С грибами. А? Чё будешь делать с грибами? Вареники. А. Ой, а я была в теплице, и у меня там выросли грибы, но они несъедобные. А что ты с ними делать будешь? Ну, выкинула. Соседям отдашь? Но они такие красивые, выглядят как съедобные, но они относятся к классу слабосъедобных и несъедобных. Жалко меня рядом. Значит, класс веселых. Да. Короче, некоторые грибы из этого класса относятся к галлюциногенным. И я такая думаю, блин, это знак? Это знак. Знак чего? Ну что... Это знак, как нужно провести понедельник.
Да, быстрее, что пролетела неделя. Что можно прогулять работу завтра. Я понял, как боту поработать. Мне понравилось. А Катя тестировала уже свою пушку? Нет, сейчас проверю. Давай, пыщ. Да-да-да, рот фестиваля на самом деле нет. Да. Блин, точно. Рок-фестиваля нет на самом деле. Рок-фестиваль. Ну нет, ребята, я же не могу настолько подожди, прям... Все это? Ты пару пулек выпустила еще? Все ты можешь, Кать, все ты можешь, мы тебя знаем. Ты можешь горы свернуть, если захочешь. Не надо горы сворачивать. Че тебе горы сделали? Выдвигаюсь в сектор. Плотный контакт. Плотный контакт! Блять, нечаянно. Я нечаянно, извините. Блять, извините. Ну мои боеприпасы кончились, реально. Катя, ты так быстро из пулемета все патроны. Да, мой пулемет так быстро кончился. Я хоть три ракеты выстрелил, это было больше результата. Было больше результата. Да, завидуем? Нет. Мне надо просто пополнить ресурсы. Ну так же, как и всем остальным. Да. Готово! Я арбалет хуярь. Вот видишь? А ты как надо. Все, пока. Изи-пизи. О, Артём, я сделаю из тебя бомбу ходячую. Давай, я под щитом, давай. А прикол в том, что она тебе урона не наносит, она тебе урона не наносит. Вот именно в жопку мне стреляй, я полетел на них. Ну, у меня патроны закончились, но да, можно так делать. Я ходячая бомбочка. Ну ты знаешь, что надо орать. А чё надо кричать? Аллах Акбар! Доложите обстановку! О, бутылка. Вот, вернулся так, посмотрел. Кажется, они занимают оборону наверху вокруг передвижного командного пункта. Урок. Если там есть командный пункт, скачай данные. Наверх. Наверх. Вниз. Вниз. А здесь мы загораем. А тут есть у кого-нибудь ключик? Посмотрите. Нет. Нету. Ладно. Это печально. Пыщ тыщ. Чё, у тебя пулемет зарядился? Пулемет? Да. Ульта. 25 пулька у меня всего лишь. Маловато для пулемета. Там надо 25 тысяч хотя бы. Ну. Он заряжается за убийство противников. Вы когда у вас когда из противников вываливаются такие чуть более золотые эти? Как они? Иконки, это патроны под ваши спец. У меня много осталось. Сейчас вражины пойдут на нас. Конечно. Надо прятаться. Надо не прятаться, надо защищать вот этот вот командный пункт. Защищать. Нам надо собрать твою передачу. Я воду эту пока постреляю, посмотрю на физику воды. Артём, нам надо всех быть. Всем быть здесь. Синяя? Здесь. Так я здесь и то. Начато сканирование. Первым надо идти. Виталий, войти. Ветролёт! Это наш? Нет. Стреляй в него. У меня, блядь, ракетницы не заряжены. Это, судя, не совсем бронебойная. Они высадились на крышу. Ой, фиолетовый. 25%. Фишфай. Это стреляет. Пулей пошел. О, золото, патрошки. 50%.
быстро патроны кончаются. Не, у меня один всего пуля. Ко мне высаживаться не надо, пожалуйста. Почему? Ну, они ко мне прям высаживаются. Ну, не к тебе прямо, но рядом. Я не считаю, ребят. Это бан. 75%. Секунд на что-то. А, защищать. Дрончики летают. Броня. О, фигуна. Sorry, man. Кулема. Два патрона. Будем копить. Вот я. Все еще патронов. Сколько у тебя? Все еще ноль. Все еще ноль. Ну просто я никого их не собираю по полю. О, окей. Я их у меня насыпало, но блин. Ну, у тебя насыпало, у меня два. Всего. Валите мясникам. Я стреляю в него, он не умирает. А? Ой, боюсь, броня. Влад, можешь меня пухнуть? Спасибо. Да, вы говорите, я могу за вами не уследить. Мясник что-то бегает зад-назад, нихуя не делает. А он своих воскрешает. О, это что, ракета? Нет, это дрон. Дрон камикадзе. Я пошел, там все патроны упало. О, нам. Лечить скать. Извините, пропустите. Я за лутом. Я понял. Я отступаю. А-а-а. Приоритетные цели нейтрализованы. Катя. Тебя заело. Вчера Катю заело, теперь тебя. Это Катя виноват. Почему? Потому что она, ну, что? Напомнила это все и вот это. Что я напомнила? Мелодия, это легендарно. Я ничего тебе не напоминала. Ну, не только мне, а видишь, Влад же тоже помнит. Кого? Про какую? Ну, про какую песню? Очень интересный бар. Та-та-ра-та-та-та, вот это? Да, да. Да, это Катя виновата. Катя придумала ее. Я ее не придумывала. Ее кто-то другой придумал. Пивни входит в здание. Агент, тебе предстоит немало работы. Снайперка. Ра-ра-ра-ра-ра. Па-пам, па-пам, па-пам. Лучше надо собачий вальс петь. Пара-пам, пам-пам, парарам, пам-пам, парарам, пам-пам, пам-пам, пам-пам. Приглашаю вас на собачий вальс. И чё, кто кнопку нажмёт на лифте? Нажми на кнопку, получишь результат. Нихуя не получишь. И твоя какашка будет смыть. В рот тебе ноги. Смотри, не подавись. О боже мой. Добро и позитив. Мы президента уже спасли? Нет, навряд ли. Мы пытаемся, мы пытаемся хотя бы разобраться, кто это, что они, что им надо и зачем они тут закрепились. Кто вы? Попутно поубивав. Попробуй с ними поговорить. С
судя по всему, видишь, они не встроены на разговор. Это вот, во, как в этом же сериале, который я смотрел. Там ебаки, блядь, страшные, а люди такие тупые, блядь. Система установлена. Давайте с ними поговорим. Ну а чё, они нас просто жрут, блядь. Давайте договоримся. Система урезана. Мозги. А где мои щи? Не, договориться можно попробовать, главное, с безопасного расстояния. Так в этом сериале самое ужасное, что люди умирают, блядь, потому что тупые. Знаешь? Ну, в смысле, как нахуя вы договариваетесь с ебаком? Какой прямо драм, мне как бы ебак уже договориться. Я, но с безопасного расстояния. Так у них есть, у людей есть убежище, у людей есть еда там в этом сериале. У них все есть, но нет им, блядь, вот, блядь, мы хотим. Такое чувство, что им на жопу приключения охота. Ну конечно, блядь, жопа без приключений, скучная. Все чисто. Черные бивни, видимо, покинули здание. Чё-то мы сильно спокойно живем, блядь. Давайте уничтожим друг друга. А почему бы и нет? Мы, по-моему, тут в этих видеоиграх и то больше заботимся о своих жопках, нежели вот эти люди в этих клубах, сериалах. Короче, нам, ну, у кого повышается уровень, мы получаем, ну, как, кто получает контейнер, он вместе с ним получает и очки из своего класса. Угу. Очки нужны нам. И потом вот в этой паутинке можно прокачать способности. Все. Бивни направляются в сторону узла Исака. Если они доберутся туда, мало нам не покажется. Так что двигай прямиком к узлу. Вон, Артём, видишь оба пса? О, нихуя! Влад, давай мне это, в жопу, арбалет. Давай, раз. Давай. Беги вперед, я тебя потом чуть-чуть на это. Да он убегает от меня. Он убегает от меня. Надо, пес. Нихуя себе. А чё он приуныл? Я его захуячил. Вы его оглушили. Катя, молодец. Отойди, Артём, от него. Бахнул? Да. Он бахнул. Прикольно. Ну, блин, первый интересный враг за все время. Есть еще босс рабусы, но они вроде как только в этих массовых рейдах. Какой-то ремонтник или что, у него ключик какой-то? Ключик? Да. О, ключик реально. Технарь. Может быть. Ну, куда? Механик какой-то. Там машинки, там машинки. А пофиг на те машинки. Ладно. Танки какие-то, хорошо. Собаки. Катя увидела машинку. На ножках. Катя в детстве играла не куколки, да. Барби, а в Лего-го и танчики. У меня машинки были, и из деревяшек у меня были кубики и всякие дощечки. Я делала дорогу, и у меня машинки ездили по этой дороге. Человечки были? Были. Из киндеров. Кладёшь. Из киндеров были у меня. Отходи. Я заряжен. Но у меня Барби все равно была. Одна? Да. Барби. Одна Барби была. Барби — это для элиты дорогая штука. Ой, фильм кто-нибудь будет смотреть, Барби? Нет. Боже. А что надо? Ну, может быть, кому-то интересно. Без понятия. Вряд ли, конечно. Популярный фильм сейчас. Что-то он в нашу сторону даже не смотрит. Ну, потому что он там с более слабыми сражается. Наверное, у нас есть ангелы-хранители. Конечно, мы ваши ангелы-хранители. Гражданские в опасности. Гражданские в опасности.
Чип-чип-чип-чип-чип-дейл. К вам спешат чип-чип-чип-чип-дейл лучше всех. Они всегда спешат туда, где ждет беда. Там, где они всегда успех. О боже. Чё? Давно эту песенку смотрел? Он знает все песенки на земле, да? Нет. Тут танк. Катя. Я её когда-то знал. А? Катя, тут танк. Где? Вот танк. Катя, смотри, на гусенице. Пыщ. Там человек. Катя. Там человек. Вот. Пыщ. На! Это дали уровень мастера. Что еще? А какую еще песенку давайте? Эти утиные истории. Ух. DuckTales, вот это DuckTales, ууу. Нет? Я её когда-то знал. Котопёс? Котопёс, котопёс. Всё? О, нет. Я путаю сейчас с другой песенкой, ещё погоди. Не-не-не. Единственный в мире. В мире малыш котопёс. Так, вы как туда попали? А хуй бы знал. А, вот тут дырка. Сядь, у меня ракета. Пыщ! Вода зелёная. Да! Короче, если вы нифига, как обычно, не слушали сюжет игры. У нас есть лад, что не пересказать сюжет. Они... Вы помните это место, нет? Да, собака. А мы тут были уже? Да. Да. Я, наверное, раз 5 тут был. О, я не могу зайти. Мы второй раз здесь. Так вот. Они пытаются захватить узел вот этого ИИ, который нам помогает. Угу. То есть вот этот, который нам там... Исаак, который. Поэтому, ну... Договариваться с ними чуть-чуть бесполезно, мне кажется. Ну всё, убиваем всех. Внимание, попытка не сойти. Блин, я не могу вспомнить песни Котопса. Слова. Серьезно? Да. Ты над этим сейчас до сих пор думаешь? Да. Давай что-нибудь другое. Это меня сократит. Этот. Жиминитрон. А то я вообще не помню, блядь. Не. Я уже. Ты учитывая, что я чуть взрослее тебя и росла. В деревне, скажем так. Ну ты же Котопса знаешь, значит, наверное, она же с одной оперы. Да, ну я знаю. Но я больше Спанч Боба знаю, крутых бобров. Бобры, ох, крутые бобры. Бобров давай мути. Но там песенка-то... Вот это я вообще не помню, честно. Там просто Тара-Татара-Татара. Норберт и Дэггет. Да. Я помню, как я после школы приходил и смотрел этих крутых бобров. Это бобры было в классе 4-3, наверное. А потом у меня произошло так, что я возвращался после школы часов в 6 вечера. После школы 6 вечера? В 6 вечера. Вторая смена? Нет, у меня школа полного дня была. А сейчас есть вторые смены школы? Да, конечно. Ну это не так весело, как школа полного дня. Когда ты приходишь рано утром и уходишь поздно вечером. Ну как с работы, да. Почему как? Это и есть. Тебе не платят за это. Ты должен платить. Так,
Прыжок. Прыжок. Прикольные палы. Прикольный коврик. Плюх-плюх, тити-моти, плюх. Плюх-плюх. А уже все. А надо было раньше говорить о том и сём. Всякие трэшовые песни, знаешь? Да. Ну это же из приколов. А, таких приколов. Каких это приколов? Влад, ты знаешь такие приколы? Да, но это про кошечку было. Проси прощения. Он такой, ну извини. А она такая говорит, а все. А раньше надо было. Ну я много-много этих пародий только видел. Оригинал я хз. А вообще? Потом такая песня, а уже все. А надо было раньше говорить о том, о сём. А инстасамку знаешь? Кого? Инстасамку, песенки. А, блядь. А, блядь. Да, хуй ну, та там, да. Хочу сиськи и иду к врачу, что-то такое, блядь. Ну, как бы логично. Ни разу не слышал. Мне на работе один из торговиков такой что-то херакс эту херню напел. Я фанатик? Так, чё, блядь? Фанат? Да я не знаю, он просто поприкалываться любит. А ну уйди. Пьяному Гарри послушать можно, конечно, да. Навряд ли. Вот. По-моему, там наверное. С ума сойдёшь. Предотвращаю её отключение. Не, ну есть же люди, которым это всё-таки действительно вот именно нравится. Не, конечно, вполне есть. Страшные люди. Вы даже не поверите, насколько больными бывают они в плане в нашу базу данных. Ой, надеюсь, не успели. Мы сидим с тобой, со мной. Вы со мной сидите. Ну да. А чё у тебя? У меня вкусы. Не знаю, на геймпаде играть в видеоигры. Тутеры. Ключ у кого есть? Нету. Нет ни у кого. Отстой. Что еще по песенкам дальше? Песенки. Вот когда ты так на меня давишь, я ни одну не выдавлю. Не дави на меня, да? Не дави на меня. Зажимают. Говори быстро! Ну мы играем в лутер-шутер, есть эта песенка. Give me the loot. Не, я знаю, give me your money. Я там что-то... Взял твою бабу, я ее ебу. О боже мой. Я таких не знаю. Я знаю Little Big. А, ну, Little Dick, да. Хардбас. И больше хардбас. Если уж такой трэш. Little Big и Tony Cash. Пятыщ. Я чуть не умер. Да. Было больно. Ой, мам. Прикольно. Ты тоже чуть не умерла. Да. Дави. У меня слегонца контузия в голову. Помнишь, что у тебя есть аптечки, да? Да. Томавака. Железная. Угу. Она делает бау-бау. Кать, используй пулемет свой, чё ты? Есть, давай. А, кстати, давай. А мне понравился этот арбалет. Он имеет место быть. Я просто, когда первый раз его тестировал, я такой, да чё за фигня, чё он как-то это... Как-то странно работает. Распробовал. А потом понял, что роботов он выносит на раз-два и такой, вкусно. Ням-ням. Найдите боевиков. Нет места. Сейчас найдем. А, ты полна? Да. У меня уже 6 ракет. Я экономлю. Честно, сколько у меня всего может ракет лететь? А?
Чё, сколько? По-моему, у меня 7. 6 в обойме, 6 на перезарядку, по-моему, чё-то такое. А чё 12? По-моему, чё-то такое, если я ничего не путаю. Но я могу и ошибаться. Сам ты, блядь, сейчас свое отбегаешь, говна, кусок вонючего. На! Блюдок, мать твою, ну иди сюда, говно собачье. Хотел меня трахнуть, но попробуй, я сам тебя трахну. Бум. Шоколака, дыщ. Бум. Пыщ, пыщ. Да? Цель все еще жива. Как ты видишь? Да нормально. Пыл. Амара. Вау. Пойти нормально, Амара. Нормально. Ох уж эти моржи. Надо выпить за моржов. Уничтожить. Системы. Да. С Новым годом, мазафакеры. Система неисправна. Да. Поезд сделал бум. Ой. Порпала. Бьете по яйца геймпа, синие девочки, мальчики. Браво. Ну окей, может так бы в колду я поиграл, потому что... Ебасен, да, согласен. Просто она там стоит, как крыло от самолёта. Она пиздец, сейчас поражает. Она пиздец. Ты вместо одной колды можешь купить сколько? 3-4 игры. Система неисправна. Ну, AAA, да. Без скидок. Ну, не новых, но хорош. Я не знаю, куда цены так несутся. Я, не, кстати, ну охуел от Трайда, вот этот Трайд, да, пятого. Запись системы. Файн 5. Угу. Будем брать. Будет? Система неисправна. Ну, да, ну, пиздец. Тысяч. Ну, два раза дороже, чем уже старые части. Система установлена. Не, ну, чувак. О, там как-то. Колда стоит сколько? 4, по-моему, если ничего не произошло. Система урезана. 880 рублей, тройн 5. Это со, да, скидкой. Да, это еще со скидкой. Охренеть, не встать. Угу. Как триплый проект. Ну зато за одну колду ты сможешь купить 3 таких. В 2010 можно было колду новую купить за 400 рублей лицензию. Броню уделали. Я и брал всегда лицензионные положения на дисках, у меня всегда были раньше. Я помню под 400-500 рублей. У меня какой-то Black Ops, по-моему, был, если я ничего не путаю. Или первый, или второй, типа, не скажу. У меня все Call of Duty на дисках до Infinity Warfare. Все, после этого я перестал собирать. А я просто больше после Black Ops. Ну я при этом ни разу не играл. А я просто после Black Ops вообще не играл в колду. Я вот именно, да, я Black Ops первый, последний, который прикасался к Call of Duty. А не, МВ. Modern Warfare я играл в компьютерном. Мне понравился. Я помню, что мне понравился первый. Я выпуск. Такой, ну, я там сюжета так и не понял, потому что, ну, я недавно перепроходил, он, как оказывается, просто прыгает от одного героя к другому. И вот поэтому я нифига не понял, что там происходит. Ну, какая-то мистика, цифры, что-то, Кеннеди. Не-не-не-не-не, это еще не, это не та еще. Это ты про Black Ops. Я так и говорю последний, который про Call of Duty. В этом плане, да. Это был 2010 год, ептить.
Я помню, еще Борду проходил в компьютерном клубе. В компьютерном клубе? Да. Когда последний раз в компьютерном клубе был? Года до 14-го точно. А ты, Катя? Господи. Не знаю. Году, может быть, в 2005-м. Во-во, я тоже так же понимаю. Не, когда Обливион вышел, вот. У меня все друзья играли в Обливион, а я такой... Что это? Вот так примерно. У меня просто свой ноутбук появился. А потом, да, как-то... Все свое, зачем куда-то ходить, когда все свое есть. А ты что, поэтому... Ой, что-то мне броня исчезла. Может, просто вертолет уничтожим, алло? Так этот, еще насчет этого. У меня до 14 тоже был ноутбук, но у меня дома не было интернета. Да, в 14 у меня, по-моему, интернета не было дома, поэтому... Ой, ракета. Я мог устанавливать только то, что найду на дисках. Диски — это было классно. Как вы понимаете, выбор был не особо большой, поэтому... Ну и не то, что в компьютерном клубе было, поэтому я ходил. Вот и в 14 году я был там. Может быть. Вот сейчас диски хуй найдешь. Хе, легко, выйди на рынок. У нас на книжном рынке до сих пор диски продаются. На книжном? На книжном. Я посмотрю логи. Вдруг эти гады добрались до чего-то важного. Но вроде пыщ. Только Steam, только цифры. Ну, конечно, там диски такие, скажем так. Фуйня? Не совсем, не совсем лицензионные. Старую базу гиен. Не будем главное ждать, пока они там обоснуются. Как будешь готов, да. Иди платишь туда. За диски. Я помню, как у них, как я там когда-то, когда брал диски, ты покупаешь диск за гривен 20-30, и потом можешь за 10 его обменять на новый. Вернув этот, и поменять на другой. Вот так. А я никогда не возвращал. У меня до сих пор все есть. Не, я помню, у меня даже когда интернета у меня не было, я нашел там диск с Майнкрафтом. Ебать, какой день? 1.25 и 1.64. Что там можно делать, кроме как копать? 1.52 и 1.64. Я чуть-чуть болею, сейчас я сделаюсь. Тебе нормально? 1.52 и 1.74 были, 1.72 не помню. В общем, это такие, это были очень старые версии. Но на тот момент они были, да, относительно новыми. Это было мега популярно. Популярно. И там даже... И... Когда-нибудь Катю затащим. Нет. И у меня даже этот был. Как он? Ей понравится. Она там свою свинячью ферму. Ага, и потом вы меня не вытащите оттуда, вы что делать будем? Натекать там можно огородом заниматься. Во, я как раз хотел сказать, она свой реальный огородик забросит и пойдет в Майнкрафт. Может, я лучше свой огород буду это? Зачем? Есть же квадратный. Ну, нет уж. А потом ночью придет лад на твой сервер и сожжет все, или сожрет все. Ну что-то как-то не радужно. Собака. Так страшно. Не, шарик, сидеть. Сидеть. Гражданские в опасности. Да сколько эти гражданские уже могут в опасности что-то попадать? Там готовы. Бесконечно?
Подожди, а где Влад? Влад, типа. Влад, ты жив? Да, я жив, я уже он убежал на вперед, здание. Он вперед убежал, Кать, ты назад смотришь, а он уже впереди. Да? Да, он уже всех убил. Ой, Катя вылетела. Почему нет? Или где ты? Я лечу. Катя испарилась просто. Она телепортировалась? Когда ты телепортировалась? Да, она меня перелетела. Класс. Да, я ты учусь. Тоже давай не задерживайся. Я учусь. Сейчас у меня какие-то фигнюшки. Быстро реагировать на изменения текущего положения. Что-то тут все какое-то зеленое в краске. Зеленые краски? Да. Гринписовцы? Да. А я рассказывала, что я была в Гринписе. Не запрещено на территории Российской Федерации уже. Это было очень давно, я была маленькая. Нужно зачистить оба вестибюля. Все, кто попал. И зачем это было? Тебе это было нужно? Ну, типа. Блять, чтобы дети были заняты хоть чем-нибудь. Сбой системы. А пионеры там вот это все лагеря? Ну нет, пионеров не было на. Система работает. Когда я была, уже пионеров не было. Не, я обычно ко всему этому относился. Это все, конечно, хорошо. Но я на это не согласен. Давайте как сами. У меня даже галстук сохранился. Нет. У меня пионерские галстуки тоже есть, но у нас не было пионерии. Ну это театрального кружка, да? Это папины. Папины галстуки? Да, папа был пионером. А твоего собственного нет? У нас уже не было пионеров. Обалдеть. Да. Ну и в детские лагеры мы не ездили. Осторожно! Я был в лагере. На поля картошку. Картошку. Вот тебе лагерь. Ой, ну ладно, блядь, я не устреляю. Ничего не умирает. Господи. У нас, чтобы отправить ребенка в детский лагерь, надо было нормальные бабки платить за это. Ах ты, сука! Как разберемся с противником лагере, снаружи, иди в первый вестибюль. Согласен с Владом. Там люди. Вот там именно, люди. Согласен с Владом. Они дома достали, еще там достали. Да. Согласен. Там надо пообщаться, социализироваться. Нет. Угадость. Ну ты знаешь, ты не горишь желанием никуда выходить, а тебя, ну, из комнаты, а тебя так нет, слушай, иди. Ой, у меня швейцарские флэшбеки пошли, не видно. Чур, не знаю, мы один раз, всего лишь один раз были на, ну, лагерь, который далеко от дома, 100 километров от дома, и нас возили на 3 дня туда всего лишь. Типа как активистов всякое такое. Mm-hmm. Не, вот. Нас. Он уже тут. Я ездил далеко, достаточно такие. Где-то часов 8 на поезде, наверное. Хуя. Да. Типа это ночной поезд. Нет, ночной поезд. Может, часов 6 на поезде, где-то так прям. Ну не суть, в общем, далеко. Ну понятно. Угу. И да не, ребят. Попался. Не мое, а меня там туда отправляли раза 3, наверное. 4. А ты? И я каждый раз такой, знаешь, ну. Да. Вот так всегда. А остальные как дети реагировали? Остальным было норм. Вот я говорю, так всегда. Дети, которые хотят в лагерь, им хуй на лопате. А дети, которым вот на тебе, езжай, пожалуйста.
Просто нос воротят свой. Про себя сейчас, да? Да, у меня было тяжелое детство, я жила в очень бедной семье, и нам не могли позволить такого. Я вот в итоге все, что я там делал, это старался держаться подальше от всех. Хай, хлоу. Бонжур. Обнял, поцеловал, на крюк повесил. А, ну единственное, что я там делал, это мог кушать. Ну типа... Спать, да? Ну ты типа, я... Все, что мне надо, это кушать. Не сказать, что это была прям супер ресторанная еда, но это... Ну по сравнению с остальным, это было самое хорошее, что там было. Вот какое-то разнообразие. Система урезана. Все маленькое. Ой, система активна. Все маленькое. О, собачка проснулась. Да. Ко мне эти собаки уже надоели, если честно. Да? Они очень толстые какие-то. Ты же так ждал. Так ждал. Можно уже нового какого-нибудь вида врага? Ну хочешь, садись ко мне. Я с тобой никуда не пойду, садись ко мне, если хочешь. Хочу новый вид врага уже. Летающие собаки. Ликвидируй всех черных бивней. Ликвидируй всех. Убей всех. Спаси президента. Хотя, что там нашло? Ой. Кто это? Прикончи их, агент. Охватите. Оружейное. А okay. Больше всего в лагерях я не любил дискотеки. Блять. Я сейчас себе флешбэк такой открыл. Чисто. На ножом мне по сердцу. Чисто вот начинается дискотека, все. Это вот я считаю, я сел где-то там на лавочку и все. Я в угол. Я в угол. Да, да, да. Все где-то там в лавочке в углу. Система урезана. А ты один был такой или с тобой все-таки был? Не, я такой один. Может быть еще кто-то там один такой. Ну ты же не один в углу сидел, верно? Нет, один. Ну и тогда там какие-то друзья типа подходили, ну типа которые были со мной. Они такие типа, ну... Ты чё, Эшко, я не танцую. А, ну ладно. Женщина, не танцую. Женщина, система не танцую. Активна. И всё, и вот так вот, вот так вот проходил он в рейдни в лагере. Система урезана. Система не сейчас исправна. Ты танцуешь? Нет. Да, сейчас, если... Что начнется нечто подобное, я займу свою стандартную позицию. Система. Клубочек. Да. Ну, типа того, ну или клубочек, или сяду где-то в углу просто. Система установлена. И буду сидеть. Желательно. Иногда попивая пепси какой-нибудь. Да, 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 вкусняшка. Я и моя вкусняшка. Электронное устройство. У нас в лагере был какой-то магазин. Проверь, нет ли на нем чего-нибудь важного. Компьютер, можно компьютер. Мороженку там что-то такое. Скачивание завершено. И вот я. Судя по этому отчету, на дискотеке туда заходил, там брал себе что-нибудь вкусненькое и сидел, ушел. Единственное, что меня радовало, это кушать. Оберут назад свои. Даже не верится, что все это время бивни снабжали клиент. Хотя ну это кое-что объясняет. Что? Где?
Я помню, мы тут умирали много-много раз. Да. Че еще я помню с такого? А, у нас. У нас были типа кружки по интересам. И в один из этих. И в один из разов черт меня дернул пойти на кружок типа фокусы. Ну, типа, такая. Фокусы там и так далее. Ну и что-то там. А? Фокусы видишь. Ну, да, мне они всегда типа нравились. Это ловкость рук. А в итоге. Ничего там не было, кроме, ну разве что там пару фокусов с картами, которые нас так и не научили делать. Зато заставили делать лагерную газету, типа, помогать. Ты думал, вас там пилить будут пополам, да? Ну, хотя бы больше одному хотя бы научат. Пополам. Хотя бы фокусу одному научат. Хотя бы в цепи вас вставали бы и в бассейне топили, там дальше как хочешь. Вот тебе фокус. Помню, еще индийский фильм ну, какой-то показывали. О-о-о, я люблю индийские фильмы. Я слабо помню, о чем он был, но помню, что был. Такое зрелище сложно забыть. Специфичные спецэффекты у них. Ну, это раньше было, сейчас. Ну, в принципе, сейчас такие же, да, но зато. Главное не спецэффекты, а главное... Сюжет! Постановка, что там вообще, блядь, даже надо было до такого бреда додуматься. Ну, мы чисто сидели, ржали на нем. Но было весело. Но люди, опять же, люди для этого были не нужны, я и сам мог его посмотреть чисто. Смотри индийский фильм «Робот». И «Робот 2». Вон где трэш-угар. Как он там за мухой охотился. Он так, Катя, извини. Индийские ужастики тоже классные. Ты убил его? Да. Что мы тут делаем? Продвигаемся дальше. Опять пищит, но одним ублюдком меньше. Ладрака, Far Cry 3. Ой, никуда не вижу ничего, ничего не вижу, ничего не вижу, вообще ничего не вижу. Бесконечный коридор. Твою мать! Делай деньги, делай деньги. Много денег. Пиздили. Хочешь, садись? Что-то мы это перестали слышать ваш голосок. Ну вы общаетесь между собой. Ей просто нечего рассказывать про лагерь. Я уже сказала, поэтому да, у меня нет воспоминаний, так, кроме ну, как. Так не лагерь, расскажи про свои эти дискотусы, про танцули. Это мы тут в лагбаке это. Это мы сидели в углу и плакали. Да. А у тебя как было? У меня было тяжелое детство. О боже. Флэшбэки это. Брошим. Не самое приятное. Вспоминаем.
сигнал связи со спутником. Найди и выруби источник. Ракета пошла. Хорош. Как нравится ее пулемет. Мне так не нравится то, что мало патронов. Почему сейчас 150 патронов? Сейчас было 150. Было. Ну да, и осталось 96. Это вот такой миниган их тратит за 5 секунд и все. Ну нет, он же набирает. Он же пополняет запас. Тёмка опять стоит. Что, я стою? Он что-нибудь там опять да. разбирает. Да, да. Нина, не пали меня. Обход шифрования. Я разбираю, да, я полный. А вы бы помогли мне перенести часть моего лута? Куда? Ну как, на базу подкопал, домой. Даже на нас не смотрит. Угу. Вот она смотрит. Хотел, получай. Умри. Он сам себя лечил, что ли? Да, он сам себя лечил. Обалдеть. Это читерство какое-то. Есть кино, называется «Мой любимый призрак», и там призрака зовут Бубух. Что? Почему? Почему Бубух? Не знаю. Почему-то его так назвали. Бубух. Господа, извините. Я сейчас что-то мультик вспомнил, какой-то старый, про призрака в замке. Каспер, что ли? Не Каспер. Как такой ужасный... Валентин? Господи. Нет. Валентин. Как? Я не помню. Так что там за мультик? Может, мы смотрели. Там, кажется, девушка попала в замок призрак. Красавица и чудовище, что ли, может быть? Не. Работал по цели. Умный, что ли, пошел? Нет. Очень хочется, но... Не бросай нас. Вот именно, но вас бросать нельзя. Наверху у чувачела. Ай, кто-то в спину выстрелил. Ай. А что это красное? Что это такое? Эми. Осторожно. Что? Бах. Тюкнул. Сбой системы. Опять. Канал связи отключен. Отлично. Наши технари попробуют проанализировать эти данные. Наше шифрование там серьезное. Ладно, иди дальше. Система активна. Сейчас он прогуглит. Гей, это Лейн. Думаю, все ценное со склада гиен мы забрали. Там было и кое-что странное. Поняла тебя. Спецотряд подходит к гаражу. Не подведи меня. Что? Открыть огонь! Что ты начал, Влад? Во, кентервильское привидение. Mm-hmm.
Я сам только узнал, как он называется, если честно. Может, надо мне взглянуть, чтобы... Может быть. Помнить. Он не умер! Ну, а нет, страшно. Я уверен, что я его не выговорю. В те времена, когда я его смотрел, я бы крепко это не смог бы произнести. Система неисправна. Ты труп! Система. Ой, ну мы пиздали этих, такой классный. Он явно поджидает тебя в гараже. Пора навестить его. Наверное, все-таки надо менять пушечки в инвентаре. Так, а там проверили? Ща проверим, блядь. Разберусь с ним. Давай, разберись. Система урезана. Ебой. Система активна. Катя, я тебя покинул, пацан. О, Артём падает. Артём, живи. Спасибо. Спасибо. И этот с тобой получил. Сейчас будет валяться. Давай. Лови карму. Для тебя это плохо кончится. Готово. Мы потеряли бойца. Жалею не ваншота, мне надо еще взять один выстрел в эту зону. Голова идет туда! Срочно требуется медицинская помощь. Ну, сука. Только перезарядюсь тебя. Агенту нужна помощь. Тебя поднимать? Нет. Я не вижу! Вот шарк стало. Ой! Где моя базука? Лови. Постой, у меня пусто! Блять, я мазила. Вижу цель. Не надо. Ну и драка же сейчас была. Методом исключения мы выяснили, что Кей на арене. Это за химлаборатория Гиен. Это было жестко. Пыщ-пыщ-пыщ. Пыщ-пыщ-пыщ. А скоро будет, по идее, еще сложнее. Еще? Еще сложнее? Да куда уже? Уже уже не тащим. Конца и края нету. Наркотики. Угу. Травушка-муравушка. Я в траве не разбираюсь, к сожалению. Но самое главное можно уметь отличить коноплю. И все. И все. Все остальное зачем? Мелочь. Как, зачем? А все остальное выкидывать. Коноплю оставляем, все остальное. Да. Нашел! Hello, motherfucker.
Да что ж я отступил, о, прям. Господи, а сколько их много? Откуда вы здесь? Я прям отступил бы противников. Оставшимся бивнем некуда бежать. Так обычно происходит. Ты вроде отступаешь, а они уже у тебя за спиной. Откуда не возьмись. Появилась рот, ебись. Ничего не стал. Я проверю. Готовы, ребят? Да. Почему? Нет, я не готов. Жопа горению! Не на чину лад, может быть, и загорится. Вот, если мы умрем, это по твоей совести. Гранату ему туда, пока его подавляю. Так вроде ловит дамаг. Неплохой. Ну. Ага. Хотел, стой. Попал? Я, у меня анимация была. Витикал. Я хоть видеть начал, и как после того, как разбил этот фонарь. Обалдеть. Тебя не разбил. Летит, птичка! Подавись, сука! Катя, ты что там делаешь? Как она туда попала? Катя пошла их в спину обходить. Катя пошла, ну, сзади брать. Только они обошли как-то по флангу Кати нас. Угу. Они уже, ну, сзади нас. Но... ну я там турель оставляла. Так ее не хватает. Ну вы ж там были, турели. Я пошла лекаря все, убивать. Все, все, так все, они нас и обошли как раз потому, что мы там были. Уже всех убили. Зато я лекаря сняла. Да. Я слепой. Что с тобой? А, тебя слепят, что ли, постоянно? Да. Меня только один раз услепили до этого. Мне не понравилось, больше не хочу. Еще базука. Кстати. Раз, два. Вон они. Вот и пёс. Лови гранату. Блять, они ещё уворачиваться умеют. От гранаты, да. Суки. Ну это нечестно. Потому я и говорю, когда я их подавляю огнём. Тогда они не увернутся. Или попытаются увернуться, но в итоге наловят ещё и от пулемёта. Знаешь, хочу надо в Baldur's Gate затащить. Куда? В Baldur's Gate. Это что? Игра, там же кооператив есть на четверых. А что там делать надо? Это игрушка по ДНД. Все противники нейтрализованы. Мы снова контролируем я этот сектор. Подземелья и драконы. Я поняла. Типа, это РПГ. Угу. На самом деле, это больше шутка, потому что там, скажем так, сюжетная кампания может быть очень длинной. Угу.
Но... я в что-то такое, на самом деле, в кооперативе бы поиграл. Ну, как надо оценить, на сколько это лет. Это надолго лет. Именно лет? Именно лет. Если раз даже в неделю, если три раза в неделю по два часа, три часа стримить, то это на год. Там сюжетка довольно долгая, там, вроде как. Ой, прошли. Угу. Два часочка. А ты за кого, Влад, начал там играть? Я... гном? Нет, я эльф-лучник. Эльф? Да. Эльф-лучник. Я думал за мага пойти играть, но я так-то с осторожностью. Я знаю, что в ДНД маги работают немного не так, как я привык. Поэтому я с очень осторожностью. Но я потом, может быть, пройду за мага. Капитолий. Да. Как страшно. Кстати, давайте слетаем на базу. Давайте слетаем на базу. На белый очков дом? Уже насыпали? На белый дом. Что? Очков уже насыпали нам? Да. Ну, мне лично да. Тебе лично. Что, мы еще пойдем миссию делать? Ну да. Перемещайся. Послушай. Тревога, тревога. Это специалист ОТГ Джей Арнольд из отряда Протей. Изгои устроили нам засаду. Нас осталось очень мало. Мы в колледже Кенли. Они перехватили наш груз и мы... Протей занимался проверкой систем водохранилища у колледжа Кенли. Связь с ними прервалась как раз перед твоим прибытием в Вашингтон. О, Келса решила, что они переметнулись, но что одним из их заданий меня было доставить нам сервер спецотряда. Если он попадет в руки врага, это серьезно осложнит нам жизнь. Фаер. У Белого дома тебя ждет Торрес, пилот ОТГ. Да. I'm on fire. Я смотрю на это воодушевленное лицо Кати, как она вообще не понимает, что там происходит. Куда? Паутину, в смысле, свою? Да. У меня то же самое. Все нормально. Я честно, просто написано улучшить, я тык-тык улучшил, вот так, пока очки не кончились. А что там улучшилось? Я лучше в инвентаре пока посижу. Вам много чего качать там надо, так что да. Пыщ-пыщ-пыщ-пыщ. Пыщ-пыщ-пыщ-пыщ. У меня на жопе прыщ. Хай, big name, hello. 268. Кого? Кого? Корову. А чё маленькая хочет? Кушать? Ты сможешь нам немного гулять? Не знаю. Пожалуйста. Катить? Вот если это, то я её убью. Где она у тебя какие-то обычно? На улице. Ну, помимо улицы. Ну, только на улице. Только на улице? Да. А чё должна тогда её убивать? Потому что мы Потому с ней... что она её уже поднимала в 5 утра. Мы с ней ходили. Блин, это было в 5 утра. Ты в любое время видели? Нет, подождите. Мы с ней были очень много раз уже. Она меня утром заморозила, мы час ходили. Она, блядь, мне там мозги ебала, прости господи. Ой-ой-ой. Тут я хочу какать, тут, блядь, я не хочу какать. Тут пахнет по-другому. Девочка же. Да. Ты как никто должна ее понимать, Кать. Знаешь что? У меня Петра так же, да, твори. Ну, давай. Давай, расскажи. Чё, дрочить чё?
Вот это да. Чё-то я не уёбываюсь, блин. И когда мне надо, сажусь и сру там, где можно. Можно? Если сильно, то и там, где нельзя, да? Ужас. Чего мы ещё не знаем, оказывается. Вот чё тебе надо от меня? Только не бейте, пожалуйста. Только не по лицу. Да я её не буду пить. Просто есть шанс, что я сейчас... Ну, просто мы закончим. Потому что все начинается. Держите себя в лапках. Блин, это же вот надолго ты такой сейчас чик и залип. Я? Ну, я про себя, кого? Я про себя. Сидеть, инвентарь, что-то там расколупывать, разбирать. А тебе чуть-чуть места освободи. Чтоб на хватило на следующий забег. Вот это выкинуть. Все выкинуть. Взял, ага, я не использую. Хлам, 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 да, 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 вот, во, во, как Влад надо, да. Все, что, все, что на тебе не надето, все хлам. Ну, жалко, мне лично жалко. У пчелки. Не успел проснуться, а уже стрим, да. Оно... Кто-то только проснулся? Артем, оно бесполезное. Саша только проснулся. Фига, человек любит поспать. Ну, тоже. У него же, наверное, время-то не как у нас. А, мы, да, мы не знаем, которое время у человека. Ты по какому времени, Саш, живешь? По Москве? Привет, кстати. Не все живут, к сожалению, по Москве. Или вокруг к счастью. Москвы мир не движется, да. Блин, тут еще какие-то контейнеры напихали меня. По Москве. А, вот. Ну, так это уж сколько уже? А вообще, сколько времени? Сейчас? Сколько времени? Два часа. Два часа. Ну, он, наверное, сидел долго. Как я, да. Ну, и все. И поэтому все так произошло. Все так. Все, ребят, я разобрал инвентарь. А быстро шустрила. Вообще. Все не то, все не так. Когда твоя ты мой девушка. Друг, я твой враг. Мудак. Как же так? Фигово всё было, нас... не мог уснуть. А что стряслось у тебя? Что случилось? Чё-то... Сердце болело. Что-то болит. Что-то тревожит. Расскажи, да, Кате, психологу нашему. Катя всем поможет. Не, я всем не могу. Блять, как-то Кате бы кто помог, да, скажи? Ну, иногда, я да, уже... иногда у меня возникает это вот, типа, это, типа, помогите мне. Блядь, как тут вставлять способности, я забыл. Ну, я бы с радостью. Модификация. Что ты бы с радостью? Помог. Помог? Только не знаю, чем, да? Да. О, кстати, привет, Асо. Ты только его увидел? Да. Не поспал и кайф. Но это не кайф. Спать надо. Нихуя не кайф. Я только ж, я сегодня не поспал и нихуя не кайф. Вот спать это очень полезно. Ему очень мало лет. Ему можно. Ну блин. Он не такой старый, как вы. Ему нормально. Он может не поспать всю ночь и пойти нормально дальше тусить. По-моему, это наоборот работает. Типа с возрастом меньше спишь. Меньше просто спишь, но тебе становится... Нет, это когда ты старый пердун, вот тогда ты уже... Старый пердун, отстань. Ах, господи. Я есть. Я есть Грут. Я, да, да. Нет, подожди. Все поздно уже, все. А все, а раньше надо было. Нет, ты когда... Уже будешь, блядь, 60-летним, вот тогда блядь. Ты будешь мало спать. Когда ты будешь, блядь, ё...
Вполне может быть и такое. Чё ты нажал? Сейчас я чуть раз этого ищу. Я что-то возмущение чё-то нажал. Ты там мне... Удалить игру. А ты заметил, я сегодня нос помыла. Ну, вернее, вчера помыла нос. Это она кому говорит? Это я Саше говорю. Вы-то видели мой нос мытый? Да. Да, нормальный нос. Как у всех? Да сколько это будет перезаряжаться-то еще? Чё? Да я хочу убрать Юлий на воскрешение, взять себе мину, которая лечит. Я что-то вроде раскидала. А чем ты красила нос? Карандашом для бровей. А это хорошо отмывается? Да. Отлично это отмывается. А ты откуда знаешь? Это шикарно отмывается. Карандаш. Можно мицеллярной водой отмывать, можно просто обычной там пенкой, просто. Да хоть обычным мылом. Главное, что отмывается. Да. Не с кожей. Нет, не с кожей. Прикиньте бы, я сидела такая без скальпа, такая... Красивая, да, красненькая. Видно было бы все мышцы, и все бы поняли, я люблю. Какие мышцы задействованы в момент, когда я извлекаю из себя какие-нибудь приколы лицом. А я думал, когда ты суешь нос не в свое дело. А я не сую Например. Нос не в свое дело. Например. Не замечено ни разу, не поймано. Ну, Влад что-то знает. Влад. Угу. Вот. Ну, чего не знаю? Так, мы идем или меня сейчас девчонка моя это... Загрызет. Да. Иди отдыхай еще. Загрызла меня девчонка. Дай мама еще часок. Мама, я обосрусь сейчас. Мама еще часок поиграет и все. Ну, 50 минут у нас. Ну, таймер запущен. Таймер запущен, да? Угу. До 3 часов ровно. Иди посиди. Да, полетели. По высоте высот. Полетели. Куда летим? Черным бивнем. Садись в окно, смотри. И думай, как я буду, как. Mm-hmm. Артём. Как? Заканчивай. Я уже почти кончил. Афыр. Афыры. Арстафыры. Ля-ля-ля-ля. Бу-бу-бу-бу. А я сошла с ума. Ля-ля-ля-ля-ля. Ёпти-мопти. Лясики-масясики. Лясики-масясики. Так, теперь я вас буду хилить в два раза эффективнее. О-о-о. Кого? А ты нас хилял? Хильно. Блять, Артём, ты сейчас напиздишься. Я сейчас перестану тебя хилить, Артём. И ты почувствуешь, что я тебя хилил. Ну, Скай. Я встану на колени и буду молять. Нет. Может, отпустим Катю с каюшкой? Ну, это неизвестно на сколько, это сейчас. Не на 5 минут вот, просто. Ну, так мы не говорим, что ты вернешься, мы говорим тебе прости-прощай. И ничего не обещай, да. И ничего не говори. И чтобы понять мою печаль, она лижет мне руки. Ну, да, что-то против, да. Да. Division нет, это не про зомби. Как не про зомби? Это про этот, про вирус, про постапокалипсис, но не про зомби. Корона. Типа, как? Был вирус. Он всех убивал. Придумали против, условно говоря, этот вакцину DC-62. Распылили. Вот только выяснилось, что он очень токсичный.
больших количествах. Сколько нам надо? И в итоге, помимо вакцины, он еще тоже всех начал убивать. И токсик. В итоге шило на мыло. Катели, ну, как да. Хорошо, а получилось как всегда. Получилось как всегда, именно. Не, все, ребят. Все, вот, наконец-то Катя сдалась. Да. Да она сейчас тут меня устроит. Она сейчас будет на вешалку с бельем прыгать, на стены прыгать, что она любит, чтобы прям меня давай, из себя выводить. А потом получать по жопе, да, любит за это? Да, два часика. Без. Кто без прыгает? Сейчас я покажу. Выход в главное меню, подтвердить выход из игры. Сейчас покажу, сейчас переключусь на большой экранчик. Хнычет. Выйти из игры, принять. Бедная девочка. Вообще, слышно, как она хнычет, да? Нет? И сейчас она просто выйдет, погуляет, выйдет, встанет двумя лапами на улицу, потом развернется, зайдет обратно. Скажет такой, чё-то холодно. Чё-то холодно. Она играть хочет, гулять, беситься. Вот, поиграй. Неси игрушку. Игрушку неси. Дайте посмотреть. Сейчас все будет. Кто играет? Неси. Какую принесешь? Она принесла свою. Да, свою. Рассказывай мне. Это не моя. Это ее. Да, конечно. А неси другую. У нее два пулера больших на улице. У нее есть игрушки. Какая интересная форма. Ну, вот такая она, да. Это где такие игрушки продаются? Это все в магазине. Она неубиваемая просто. Просто неубиваемая. У меня сил не хватает держать. Хрю. Чё это? Я ещё тебе наручники, да, принес? Она другую не принесет, потому что другая под подушкой лежит. А, ее это останавливает, да? Да, она не это. Визуально, если она ее не видит, то она ее не принесет. Ее не существует. Да. У нее еще есть дракон, такой кругляш и дракон. А еще есть перчатка в виде дракона. Я ее одеваю так и делаю. Ладно. Все, пойдем мы бегать. Беситься, лижет руки мне. Хвост. Один хвост только видно. Хвост. Иди сюда, давай. Нет, положи игрушку. Жопа. Да, жопа торчит. Ах, все. Всем чмоки-чмоки, мальчики, попрощайтесь. Всем пока-пока. Всем кискам пис. Всем пискам кис. Если хотите, можете поиграть без меня, но лучше не надо, а то я приеду и вам пооткусываю пальцы. Пальцы нам еще нужны. Нужны, потому что нам ими играть надо. Все. Epic name, thank you very much. Все, bye. Увидимся с вами на следующей неделе. Если все будет хорошо, то в пятницу. Если все будет не очень хорошо, то в субботу. Все будет зависеть от моего состояния, от недели и, короче, от всех факторов, которые влияют на наши стримы. Все, всем пока.